Вы на канале «А ну-ка, давай-ка». Уже середина декабря, а это значит, что совсем скоро начнется новый 2018 год. И у нас в семье, как возможно и у многих других, есть традиция подводить итоги уходящего года. Вспомнить, что хорошего было в этом году, и поставить цели на следующий. Сегодня я расскажу о 2017 году семьи «А ну-ка, давай-ка». А вы напишите в комментариях, какие события были у вас самыми запоминающимися. Начало года мало чем отличалось от предыдущих. В честь праздника я слепила из пластилина символ 2017 года красивенного петушка. На тот момент это видео набрало нереальные 7000 просмотров, с учетом того, что на канал было подписано не больше 200 человек. В этот период я активно искала формат и тематику видео, которые будут нравиться не только мне, но и зрителям. Я занималась лепкой, рисованием, делала обучающие видео и даже летсплей, что, пожалуй, самый далекий от меня формат. Четвертого марта я отметила свой 25-й день рождения. И 8 марта впервые увидела ролик познавателя с желейным медвежонком. Ну и, как многие из вас знают, опробовала этот формат. Результат оправдал все ожидания. И уже спустя 3 месяца мы праздновали первый серьезный юбилей канала в 100 тысяч подписчиков. Ура! Ура! Баби, ты понимаешь, что происходит? Люда, ты не могла бы поставить меня на пол? Да? 100 тысяч, говоришь? Салфетка, ты это слышала? Ты это слышала? Пошли покажу. Это же очень и очень много. Невероятно. Ой, конструктор, не мешай. Ура, 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 ура. Такого не бывает. Это же чудеса какие-то. Ура. Салфеточка, сейчас я тебе все объясню. Пошли. А нет, подожди тут, я сейчас спрошу. Анюта, ты же не пошутила? У меня правда 100 тысяч друзей? Ну да, ты же сама видела. Не, ну видела, но я глазам своим не верю. Пойду еще раз посмотрю. Действительно? Анюта, от такого счастья можно умереть. Салфетка, а ты знаешь, сколько у нас лайков под видео? Вот и я не знаю, надо проверить. Проверила. Что-то пока маловато. Наверное, еще не все мои друзья лайк поставили. Салфетка, но ты не волнуйся, они поставят. На то они и друзья. Салфетка, давай я тебя к ноутбуку отнесу. Хотя нет, у меня же тут нет ноутбука. Ладно, Анюта, спой лучше песенку для наших друзей. Хорошо, неси микрофон. Ага, сейчас принесу. Он был где-то тут. Или тут. Сейчас, я уже почти нашла. И уже в который раз возвращаясь к самой громкой теме канала, теме удаления всех видео с желейным медвежонком, скажу так. Я рада, что получилось именно так. Ведь мой девиз жизни – все, что не делается, делается к лучшему. Познаватель поступил с нами по-честному, как взрослый ответственный человек. И что тогда, что сейчас, я не испытываю к нему ни капли негатива и не согласна с теми, кто на него злится или обижается. К тому же, уже тогда у меня появился маленький комочек счастья, который и стал новой звездой канала. Ох, что мы только не делали с Баффи. И подделки мастерили, и готовили вкусняшки, пели песни и играли в игры. Покажу вам пару моих любимых моментов с того времени. Баффи впервые тут снимается как главный герой. Я немного волнуюсь. Я хорошо выгляжу в кадре? Да, малышка, ты просто чудесно выглядишь. Просто будь с собой. Давайте начнем. А это мой первый необычный тортик. Анюта, очень здорово получилось. Ребята, а как вы думаете, похож этот тортик на нашу красавицу Баффи? Держи, зайка. Спасибо. Тут мы с Крабсом сделали для Баффи пиратский остров в ванной. Где это я? Что это за волшебное место? Вы все это сделали сами? Да, это Крабс придумал. А Анюта и Андрей помогли сделать. Как чудесно. Это что, правда все мне? Я не верю своим глазам. Настоящий остров. Какая красивая пальма. И деревья вокруг. Тут даже сокровища настоящие. Так вкусно пахнут. Крабс, Анюта, Андрей, спасибо вам большое. А это Баффи поступала в Хогвартс. Только не Слизерин, только не Слизерин. Вот и выбор распределительной шляпы. Я уже вижу первую букву и догадываюсь, что там написано. А
Анюта, говори же, не томи. Гриффиндор. Что, правда? Покажи мне. Вот. Ой, действительно, ура-ура, надо покушать. Баффи, давай теперь сходим в Хогсмид и узнаем рецепт этих интересных конфет. Самая крутая поделка, по моему мнению, на канале, это вот это яйцо дракона. Вот такое классное открывающееся золотое яйцо у нас получилось. Его можно использовать как шкатулочку, как копилочку или даже как вазочку для вкусняшек. Оно очень классно открывается, закрывается, и вообще, по-моему, это очень клевый подарок. Кому подарок? Да кому угодно. Ну, а дальше у нас была первая встреча Баффи с другими животными, а точнее с малышом и рыжулей. Вы только посмотрите, какой малыш тут маленький. А вот тут я чувствую странный запах, не пойму, что это. Ну, как бы тебе сказать, там рыжуля и малыш. Да, надо с ними познакомиться. А ты уверена? Они все-таки коты. Ну и что? Я же с Котей и Пёсей дружу. Ну, смотри сама. Знакомься, малыш, это Баффи. Привет, Баффи. Вау, Анюта! Это что было? Это какой-то неправильный кот. Все он правильный, малышка. Он такой же живой, как и ты. Вот это да! Знаешь, это очень страшно. Но я хочу с ним еще пообщаться. Хорошо. Следующая их встреча произошла у Баффи в комнате. Вы только посмотрите, как Баффишка побаивается непонятного зверя. Я немного волнуюсь, ведь мы еще не совсем подружились. Она меня немного боится, но я постараюсь ее не пугать. Ну что ж, пошлите, она, наверное, заждалась меня уже. Ух, очень высокие ступеньки. Давайте, не отставайте. Привет, ты не волнуйся, я тут сначала побуду, чтобы ты не боялась. Привет, малыш, спасибо тебе, что пришел. Малыш, не стой у порога, подходи. Давай, иди сюда. Мы с Баффи оба такие трусишки. Потом мы с Андреем и Крабсом поехали на море. Я очень хотела поехать на море, и вот моя мечта сбылась. Там мы построили огромный замок из песка. Ну, по крайней мере, нам так казалось. По приезду домой мы построили такой большой замок из песка на озере, что предыдущий показался мне детским куличиком. Из этого я сделала вывод, что творческие границы существуют только в нашей голове. В этом мире возможно все, главное делать и не сдаваться. Почти в конце лета у нас случилось радостное событие – пополнение в нашей дружной семье. Ну вы только посмотрите, какая Мурочка была маленькая. Боже мой, какой малюсенький! Ну у него уже открылись глазки, и мех уже такой пушистенький. Какой хорошенький! Еще ходить толком не умеешь. И разговаривать, наверное, тоже. Эй, котеночек, ты умеешь разговаривать? Мама! Ой, ты сладенький мой! Мама! Не мама, скажи Аня! Аня! Ух ты, боже мой! Аня! Аня! Что ты говоришь, крохотулик, я не понимаю! Аня! А, гулять? Ну пошли! Потом первое знакомство Баффишки с Мурочкой, которой еще даже имя не дали. Да и она толком ходить еще не умела, не то что говорить. Эй, постой, что это у тебя в руке? Это что, мягкая игрушка? Вылазь из песочницы, покажу. Это что? Ну нет, не может быть, Анют. Ты серьезно? Это настоящий живой котенок? Аня, стой! Эй, девочки, чего вы? Малышка, чего тебе страшно? Баффи, что с тобой? Ты боишься котенка? Ну, я просто не ожидала. И вообще она такая маленькая, и я таких никогда не видела. И совсем не знаю, что ей говорить. Что, малышка? Ая, мне нужна Баи. Правда? Ну вот, Баффи, малышка говорит, что она... Что она говорит? Что ты ей нравишься. Что, правда? А что ж я тогда так разволновалась? Надо как-то исправить ситуацию. Эй, котенок! Бай! Привет! Так, ну что ж... Бай, похика! Чего она говорит? Говорит Баффи, пошли играть! Да? Ну пошли! Как росла Мурочка, я покажу вам в отдельном видео уже в новом 2018 году, потому что наблюдать за тем, как она росла, это что-то невероятное. Спустя буквально 5 видео в нашей семье произошло еще одно пополнение.
У нас появилась маленькая Пупсенька. Ну что ж, ребята, всем привет! Меня зовут Пупся, и мне 2 месяца и 14 дней. Да, и как вы заметили, Пупся очень активный щеночек, который совсем не сидит на месте. Это неправда. А что это там такое? Ну да, совсем неправда. В общем, Пупся — это маленькая четвероногая подружка моей мамы. А где мама? Она скоро придет. Я уже по ней скучаю. Да, она скоро придет. Она на кухне. Да? Ну хорошо. Ну, пожалуй, это самые значимые моменты нашей семьи в этом году. Дальше у нас были пранки, игры, челленджи, песни, второй юбилей в 200 тысяч подписчиков. Все питомцы подружились, и мы стали одной дружной, большущей семьей. Я благодарна этому году за каждый его день. Пожалуй, это лучший год в моей жизни. На будущий год я хочу поставить основную цель – провести 2018 год так, чтобы назвать уже его самым лучшим в жизни. Ну и, конечно, очень хочу отметить серьезный юбилей канала в 1 000 000 подписчиков. Поэтому, если ты досмотрел это видео до этих слов, то скорее жми кнопочку подписаться и становись частью нашей счастливой семьи. А те, кто уже подписаны, спасибо, что вы с нами, что вы пишете добрые комментарии и поддерживаете нас и друг друга. Мы вас всех очень-очень любим. Ну а на сегодня всем пока и до скорых встреч.